Время новостей на телеканале «Север». В студии Елизавета Кабанова. Здравствуйте. И сегодня в выпуске. На благо жителей села. В Красном продолжается обустройство первой в НАУ модельной библиотеки. Ход работ оценил глава региона Юрий Бездудный. В окружной столице продолжается ремонт дорог. Наконец стартовала реконструкция дорожного полотна по улице Полярной. Когда наринмарцы смогут проехаться с комфортом по одной из загруженных транспортных артерий? Босиком по тундре в Ненецком округе появилась еще одна туристическая точка. Как зародился проект и в чем его эксклюзивность? Об этом мы не только расскажем в ближайшие 20 минут. За прошедшие сутки в НАУ зарегистрировано 14 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 1798 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 1646 человек. В регионе зарегистрировано 26 летальных исходов от коронавируса. В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19 находится 266 человек. Из них стационарное лечение получают 65 человек, амбулаторное – 201. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности и обязательный масочный режим. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. Плановые приемы врачей в Ненецком округе возобновятся с 1 сентября. Об этом стало известно в ходе совещания по здравоохранению. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Юрий Бездудный, накануне к нему обратилась жительница поселка Искателей. Молодая мама беспокоится, что не может попасть с малышом к педиатру. Глава региона поручил возобновить проведение плановой медицинской помощи по предварительной записи с 1 сентября. Также удалось решить вопрос с нехваткой орбидола. Препарат уже начал поступать в Ненецкий округ. Поставки продлятся до конца месяца. По словам Елены Левиной, это позволит сформировать запас лекарства на 3 месяца. Пациенты, которые лечатся на дому от коронавируса, получают его бесплатно. Кроме того, глава региона дал поручение ускорить подготовку результатов ПЦР-тестирования. Информация будет направляться по электронной почте либо по телефону. В студии телеканала «Север» состоялся прямой эфир на тему заболеваемости коронавирусной инфекцией и вакцинации. На вопросы ответила руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАУ Елена Левина. В начале эфира была озвучена актуальная статистика по заболеваемости, так как эпидобстановка в регионе продолжает оставаться неблагоприятной. У нас на сегодняшний день очень тяжелая ситуация по сравнению с Российской Федерацией. Если говорить о уровне заболеваемости, то Российская Федерация дает показатели 62,1 на 10 тысяч населения, уровень заболеваемости в Ненецком округе 101. То есть у нас очень высокий уровень заболеваемости, равно как и смертности. На сегодняшний день у нас всего лечится 245 человек от новой коронавирусной инфекции. Из них 60 человек находится в стационарном отделении Ненецкой окружной больницы. Елена Левина также сообщила, что в Ненецком округе снизились темпы по вакцинации населения. Вакцинация у нас, к сожалению, сейчас темп снизила очень резко. Если 3-4 недели назад мы прививали по 100 человек в день, сейчас снизилось до 30. То есть этого темпа недостаточно для того, чтобы мы успели привить необходимое количество населения, чтобы сформировался коллективный иммунитет. На сегодняшний день поставлена задача для того, чтобы сформировался коллективный иммунитет. Мы об этом уже говорили на ВКС, которое проводила Татьяна Алексеевна Голикова. Необходимо привить 80% взрослого населения, с учетом того, как быстро двигается заболеваемость, какие тяжелые последствия, в том числе летальные, оказывает данная инфекция. Если сначала у нас план был для нашего региона 19 тысяч человек, то сейчас план будет составлять 25 тысяч человек. На сегодняшний день мы привили 14 400 жителей нашего округа. Вот еще необходимо нарастить темпы, чтобы максимально охватить лиц, которые подлежат вакцинации. В ходе эфира руководитель профильного департамента также рассказала о том, какие вакцины доступны населению. На сегодня в достатке имеются гамковивак и спутник. В поликлинике Заполярного района есть небольшое количество вакцины ковивак. Елена Левина также отметила, что прививка не является панацеей и не стоит забывать об элементарных мерах предосторожности. Мы все прекрасно понимаем, что ни одна вакцина не дает 100% гарантии того, что граждане не заболеют. Об этом мы говорили и говорили неоднократно. Но смотрите, из того количества человек, которым уже охватили вакцинацию, из этих 14 400 человек, у нас 233 человека заболели новой коронавирусной инфекцией. Это составляет всего 1,5%. То есть, если бы это было больше, тогда мы говорили о том, что вакцина не работает. Вакцина работает, но те лица, которые имеют какие-то поломки в иммунитете, либо получают какую-то максимальную нагрузку вирусную, они могут заболеть.
На прямую линию поступали вопросы относительно проведения ПЦР-тестирования, проведения профосмотров и другие. Полную версию эфира вы можете увидеть в нашей группе ВКонтакте. Василий Хатанзейский, Вадим Стасюк, телеканал «Север». В России создана федеральная межведомственная рабочая группа по поддержке КМНС и развитию оленеводства. В ее состав вошли руководство Минсельхоза, Минвостокразвития, Минприроды, Минтруда, Федеральная ассоциация по делам национальности, Ассоциации КМНС и арктических субъектов. В ходе первого заседания участники обсудили возможность изменения статуса общин КМНС для получения дополнительной федеральной поддержки на уровне с сельхозпроизводителями. Также на заседании обсудили дополнительные меры поддержки оленеводства и вопросы отстрела хищников. Как отметили в профильном департаменте, администрация округа вела системную работу по созданию площадки такого уровня, так как это позволит внести вопросы оленеводства в федеральную повестку и придать отрасли статус приоритетной. В селах Заполярного района появится новая спецтехника. Закупку организовали администрация поселка Искатели и муниципальное предприятие Заполярного района «Севержилкомсервис». Как сообщает пресс-служба администрации Заполярного района, в Амдерму доставлен автокран. В ней три транспортных прицепа. Для Харьевера и Харуты приобретены самосвалы. Сейчас они находятся на базе предприятия в Наринмаре и будут доставлены в поселке по Зимнику. Также состоялись торги по поставке гусеничного трактора для ЖКУ Усть-Кара. Часть расходов на покупку транспортных средств финансируется за счет муниципального предприятия. Администрация поселка Искателей закупила автомобиль с бурильно-крановой установкой. Техника будет использоваться для выполнения задач коммунальных служб, в том числе для замены ламп уличного освещения и очистки крыш от снега. На поставку перечисленной техники из районного бюджета в 2021 году было выделено 35,5 миллиона рублей. На благо жителей села. В Красном продолжается обустройство первой в НАУ модельной библиотеки. Ход работ оценил глава региона Юрий Бездудный. Во время рабочей поездки он также проверил готовность школы к новому учебному году и осмотрел Дом культуры, где продолжается капитальный ремонт. Катрина Тайбарей продолжит. Сложно представить, что уже через месяц с небольшим в этих стенах появится библиотека с современным арт-холлом для презентаций и мультимедийная коворкинг-зона для работы, общения и обучения. В центре поселка Красное в этом строительном сезоне работы ведутся очень активно. Сейчас здесь трудится 16 человек. Материалы приходят по графику. Это первая в округе у нас будет модельная библиотека. Первая. Ну, то есть мы должны сделать такую библиотеку, на которую все остальные должны работать. Да, да. И 1 октября должны приехать к нам сюда представители из Министерства культуры, которые курируют вот этот объект. И мы пока открывать будем уже официально. Прекрасно. Капитальный ремонт помещения – одно из условий для получения гранта на оборудование модельной библиотеки. Ее создание реализуется в рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура». Ремонт начали в конце июля. Необходимо заменить электрику, отопление, водопровод, провести работы по благоустройству. В данный момент проводятся подготовительные работы для отделочных работ, штукатурка стен, монтаж подсистемы фасада здания. Вот, идет демонтаж полов, вот, будет утепление полов. Как в ходе работ выяснилось, что старые полы прогнили, вот, будет полная замена всех опорных устройств пола. А вот на соседнем объекте подрядчик немного отстает от графика. Капитальный ремонт Дома культуры должны закончить к 1 сентября. Мы посмотрели капитальный ремонт Дома культуры. Вот он у нас прямо за моей спиной. Подрядчик несколько отстает в графике работ. Мы его взбодрили и поставили четкие задачи по срокам. Плюс было еще два помещения, которые по какой-то причине выпали из капитального ремонта. Тоже нашли решение, как откапиталить их. Вот, собственно, тоже еще один объект социальный, который полностью обновится. Обновится актовый зал, будет красивый, тоже общественное пространство. Поэтому в поселке Красное одномоментно появятся сразу два таких серьезных социальных объекта. Обновленная модельная библиотека. Также в ходе рабочей поездки в национальный поселок губернатор Юрий Бездудный проверил готовность школы к новому учебному году. Глава региона осмотрел пищеблок и учебные классы, а также оценил оборудованную точку роста. Это 4 современные лаборатории, укомплектованные современным оборудованием. Катерина Тайбрей, Владислав Носкин, телеканал «Север».
На месте болота площадь из брусчатки. В селе Несь удалось обустроить место для проведения массовых мероприятий. Благоустройство провели в рамках программы формирования комфортной городской среды. Кроме того, в селе продолжаются работы по укладке дорог бетонными плитами и строительству мостовых. Всего в селе Несь в этом году реализовали 2 проекта по благоустройству общественных территорий. Более 1,5 миллиона рублей ушло на укладку плитами улицы Колхозной. Еще порядка 17 миллионов на строительство мостовых и подъездных путей к зданию нового детского сада. В этом году мы открываем новый объект, которому необходимо было предусмотреть и подъездные пути, и дорожки для пешеходов. Вот именно один из проектов по местной инициативе был на это и направлен. Также в рамках благоустройства мы обустраиваем проезды к новому детскому саду по улице Новая и по улице Озерная. Часть нам уже удалось, скажем, обустроить, и к 1 сентября это мероприятие будет завершено. Что касается обустройства новой площади в районе сельской администрации, то в ближайшее время здесь установят освещение, а в следующем году малые архитектурные формы, а также озеленят территорию. В окружной столице продолжается ремонт дорог. Вовсю идет реставрация на улице Ленина. Федеральную дорогу до аэропорта уже сдали. А вот на улице Полярной реконструкция дорожного полотна только началась. На каком этапе находятся работы и что в итоге получат наредмарцы, расскажем далее. С самого утра на улице Полярной гремит тяжелая техника. На участке длиной более 0,5 километра дорожники срезают верхний слой старого асфальта. Сейчас мы фрезеруем дорожное полотно для того, чтобы его выровнять. Вот. После того, как фрезерование закончится, мы тогда его почистим и будем ложить асфальт в 2 слоя. Здесь асфальт получается 12 сантиметров, как в лучших автотрассах. Он армированный будет. Первый слой, значит, 7 сантиметров, потом 5 сантиметров после армирования. В некоторых местах будет сделан вспомогательный выравнивающий слой из крупного щебня и асфальтобетона. Тротуары уже практически готовы. Ответственность за дорожные работы несет управление городского хозяйства, а субподрядчиком выступает Наринмар Доринстрой. До конца месяца, по словам Александра Ефименко, наринмарцы получат бродвей с ровной дорогой и новыми тротуарами. Пока же этот участок как после бомбежки. Пока никак, он не сделан еще. А долго ли вы ждали вот этого ремонта? Да. К любому ремонту я отношусь положительно, потому что движение вперед. На реставрацию участка дороги по улице Полярной потратят порядка 58 миллионов рублей. Напомню, ремонт на улице Полярной проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Елизавета Кабанова, Вадим Стасюк, Николай Ваучейский, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». В Заполярье завершается кампания по заготовке кормов. Как сообщили в Департаменте природных ресурсов экологии ЭПК НАО, на сегодняшний день она выполнена на 109% от общего плана. Завершить заготовку кормов и уложиться в агротехнические сроки хозяйствам позволила в том числе дополнительная государственная поддержка. Размер субсидии на 1 килограмм реализованного или отгруженного на собственную переработку молока был увеличен с 58 до 70 рублей за килограмм. Решение было поддержано главой региона Юрием Бездудным. На июньской сессии собрания депутатов НАУ поправками в бюджет на молочную субсидию дополнительно выделили 17,5 миллионов рублей. Как сообщили в профильном региональном ведомстве, в текущем году темпы сенокосных работ выше прошлогоднего уровня. Уже собрано 9 тысяч тонн сена и сенажа. Для этого было скошено 4,5 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий. Сенокос продолжается в Омском, Пёрском и Великовисочном животноводческих комплексах. В остальных хозяйствах заготовка кормов завершена. В Ненецком округе появилась еще одна туристическая точка. Экотропа босиком по тундре развернулась на территории заповедника Ненецкий. Съемочная группа телеканала «Север» отправилась туда, чтобы узнать, как зародился проект и в чем его эксклюзивность. Василий Хатанзейский расскажет подробнее. Костяной нос – место, которое будет служить будущим экологического туризма. Сейчас мы находимся на территории Ненецкого заповедника. Именно здесь пролегает тропа босиком по тундре. На протяжении 5 километров человек шаг за шагом открывает для себя неизведанно красивые просторы. Вся эксклюзивность туристического маршрута заключается в том, что, пройдя босыми ногами по тропе, не просто уединяешься с природой, но и чувствуешь всю силу ненецкой земли. История экологического маршрута началась еще в 2016 году. Исследовав местность, научные сотрудники приняли решение развернуть здесь туристическую тропу. Маршрут пролегает через полуостров. Старт находится у Коровинской губы, а финиш – у Средней губы на кордоне Кост-Нос. Концепция родилась несколько лет назад, вот этой тропы. У нас рядом находится здесь постоянный кордон, где
в общем-то, постоянно находятся сотрудники нашего заповедника. В основном это государственные инспектора по охране природы. И место очень такое интересное в плане природы, животного мира, растительности. Тропу создали с целью показать и рассказать гостям заповедника, что именно находится на особо охраняемой природной территории. На протяжении всего пути открываются красивые виды на Печорское море. Интересная коллаборация песка и тундры с разными видами растительности. Мы по тропе можем познакомиться со следами животных, мы можем походить там босиком. Это, конечно же, совсем не обязательно. Одно место как раз будет предложено для того, чтобы попробовать себя, ну, снять обувь и походить босичком. Если вам понравится, вы, конечно же, можете проделать весь путь босиком. Здесь вас не укусит ни змея, там нет никаких осколков, ничего. Ну, девственно чистая природа, ягельники немножечко колючие, ну и прекрасные такие повидные ягоды. На протяжении 5 километров маршрута для туристов организованы 12 остановок, каждая из которых указывает, где гнездятся птицы и охотятся хищные звери, а также где можно встретить опустынивание тундры. Пройдясь по экотропе, помимо завораживающих ландшафтов и местных диких животных, вы можете увидеть навигационные экспозиции, каждая из которых сделана в форме лебединого яйца, которое является символом заповедника Ненецкий. На территории заповедника дикие животные отдыхают, набираются сил, плодятся и продолжают свою популяцию. Здесь проходит путь миграции атлантического лосося, сёмги на нерест. Обитают омуль, сик, щука и даже краснокнижные виды рыб. Большая часть заповедника – водно-болотное угодье, где обитают водные и околоводные птицы. Заповедник Ненецкий отличается от других, допустим, территорий, потому что он, ну, как минимум, это одна из ключевых орнитологических территорий, где воспроизводятся большинство видов мигрирующих птиц, которые мигрируют на север, здесь гнездовые территории, да, здесь птицы рождаются, и потом они уже, соответственно, летят в другие страны, в другие регионы. Средства на реализацию экотропы босиком по тундре были выделены из бюджета Всемирного фонда дикой природы. Над проектом по созданию туристического маршрута трудились не только сотрудники заповедника, но и волонтеры и научные сотрудники из других заповедников России. Теперь на территории Ненецкого округа появился еще один туристический маршрут, который вызвал интерес не только у местных жителей, но и у гостей из других регионов России. Василий Хатензейский, Вадим Стасюк, телеканал Север. Во всем мире 19 августа празднуют День фотографии. А той, кто сумел слить искусство и ремесло воедино, смотрите в сюжете Катрины Тайбарей. Сквозь объектив. Именно так видит мир наша героиня Екатерина Эстер. Любовь к фотографии зародилась еще в детстве. Тогда в качестве моделей были фрукты, домашние животные и предметы быта. А как только под прицел объектива попал человек, талант девочки было невозможно не заметить. К нам в гости пришла подруга у мамы. Я просто решила ее поснимать, пока они разговаривали. Пощелкала ее, и она потом показывала ей, и она говорит: «Ой, так красиво получилось, так интересно, так классно». Я вот после этого задумалась, может мне и правда получается лучше, чем у всех остальных. Вскоре папа сделал самый важный подарок – первый личный фотоаппарат. С тех пор Екатерина осваивала новое увлечение самостоятельно, с опытом, и нашла свой жанр – репортажная съемка. Я полностью нашла себя в своем деле, потому что мне очень нравится репортажная съемка. Но также я еще делаю портреты, ну, чисто для себя уже. Работа фотографа весьма увлекательна, особенно репортажного, ведь ты всегда в эпицентре событий, но в объективе фотокамеры можешь сосредоточиться на самом важном. После съемки Екатерина спешит в редакцию, чтобы посмотреть отснятый материал. Я сделала фото, потом я прихожу в редакцию, загружаю их, отбираю их сначала, потом загружаю их в Lightroom, делаю цветокоррекцию. Если надо, еще в Photoshop что-нибудь поправляю, но это обычно не так часто бывает, и потом загружаю на наши архивные источники. Так проходят рабочие будни. Екатерина поделилась с нами своей сокровенной мечтой. Если я мечтаю поехать куда-нибудь в Африку или какую-нибудь другую страну, поснимать народности другие, кроме нашей. Чтобы мои фотки были вокруг света National Geographic и в каких-то таких изданиях. Сочетать хобби и работу – именно то, о чем мечтает каждый. И к этому стоит стремиться, ведь работа должна быть по душе и приносить удовольствие. Катрина Тайбарей, Вадим Стасюк, телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.